Реплика оптического прицела ПСО-1 от китайского производителя компании Маркул. В комплекте есть сам прицел, резиновый наглазник и запасная батарейка. Сам прицел и крепление выполнены из алюминиевого сплава. На передней части прицела есть выдвижная пластиковая бленда. Окуляр для регулировки резкости, барабанчики для регулировки положения прицельной сетки по вертикали и горизонтали, выключатель подсветки прицельной сетки, крепление на СВД и батарейный отсек. Питание подсветки прицельной сетки происходит от одной батарейки CR2032. Прицел имеет 4-кратное увеличение. Данный прицел предназначен для установки на страйкбольные модели винтовок СВД. На некоторых моделях, правда, потребуется небольшая доработка крепления. Также этот прицел можно установить на страйкбольные версии российского специального оружия, например, ВСС Винторез или АС ВАЛ. Правда, в случае некоторых производителей придется подрезать вот этот элемент. И стоит отметить, что данный прицел не предназначен для установки на АК-серию.